девчонки, а также их родители. Веселые истории увидеть не хотите ли? Веселые истории экран покажет наш. Веселые истории в журнале Ералаш. В журнале Ералаш. Какая-то тут не очень. Да ты что, супер! Я бы эту выложила. Правда? Конечно. Если бы она была бы плохая, я бы тебе сказала. Мы с тобой подруги. Да, а давай всегда будем говорить друг другу только правду. Даже если обидно. Давай. Девочки, на примерку. Костюмы готовы? Ну как? Тебе сказать правду? Конечно, на правду ведь не обижаются. Конечно. Тем более мы с тобой подруги. Угу. В этом костюме ты выглядишь ужасно. Ты ведь не обиделась? Нет. Ты тоже можешь мне сказать правду. Я не обижусь. Угу. Ну и бежишь ты, как курица лапой. Не обиделась? Нет. В лесу родилась елочка. А голос у тебя противный. Такой тонкий, будто комар летает. Ты ведь не обиделась? Нет. Знаешь, а взгляд у тебя такой грустный и бессмысленный. Как будто вот-вот расплачешься. А ты вечно хихикаешь. А ты конопатая. А ты ничего не запоминаешь. А ты вечно суешь нос не в свое дело. А ты вечно ноешь и истеришь. А ты все за мной повторяешь. А ты не имеешь своего мнения и вечно со всеми соглашаешься. А ты дура! Сама дура! Девчонки, ну вы чего? Я вас жду-жду, мы ведь на каток собирались. Да надоел ты со своим катком! Что ты вечно туда таскаешься? Хоть бы раз что-нибудь оригинальное придумал! Я придумал? Да, да меня ваш каток достал! Хоть бы кататься научились! Сами свои коньки и таскайте, фигуристки великие! Ну, может, лучше не всю правду иногда говорить. 80%. Согласна. Обедать-то будем. Бегу-бегу. Уже все готово. Опять суп. Что ты, суп? Это невкусно. Шоколад со сгущенкой. А? А на второе что? Котлеты? Какие котлеты? Газировка, пирожные, чипсы. О, на десерт. Семечки. Оп. Ну, сынок, держись. Чего? Дневник смотреть будешь? Какой дневник? Смотри! Дневник. Петька, повезло тебе. Помогай, бать.
Есть! Как Бэтмен, а? Новый джойстик? Держи, держи! Вот! Игры! Приставки! Сумасшедшие стрелялки, а? А мне поиграть можно? Само собой, но сначала Петя, а? Все лучшее Пети! Ура! Здравствуйте! Мы ничего не забыли. О, Августина Харитоновна. Августина Харитоновна? Угу. О, какой сюрприз! Классная руководительница. Я тут шла мимо и решила вдруг к вам зайти, сказать, какой у вас замечательный ребенок. Секундочку, а двойки? Какие двойки? Наша школа гордится им. А поведение? Да за всю историю школы вот такого поведения никогда не было. Какое счастье! Ну, весь меня! Ой, разбился. Ну и что? Радость-то какая? Да. Мне как раз вообще посуду ставить некуда. Правильно. А нам с Петькой никогда этот сервиз не нравился. А можно мне? Можно! Эй, гуляй! Уважаемые дамы, приглашаю всех на танец! Ты, Петя Иванов? Я. В Новый год желание загадывал? Загадывал. Жалобы, претензии есть? Да нет, все отлично. Ну, тогда распишись. Обожаю Новый год. Кирилл! А? А Дед Мороз к Машульке во сколько придет? А я откуда знаю? В смысле? Ты что, его не заказал? Нет. Я думал, ты это сделаешь. Я тут при чем? А кто? Сейчас. По горам, по лесам шел я долго в гости к вам. Ну, кто здесь Деда Мороза ждет? Мы. Здрасте. Здравствуйте. Но мы же вроде как не... А Маша дома? Дома. Хорошо. Машенька, внученька, выходи. Дедушка Мороз пришел. А то дедушка спешит. Дедушка Мороз, ну наконец-то! Я тебя ждала-ждала! А ты подарки-то мне принес? Подарки? О, да есть подарки, как не быть-то! Но я думал, ты мне для начала стишок прочтешь. А стишок? Ну, можно и стишок. Сейчас. Давай. Шел по лесу Дед Мороз, мимо кленов и берез, мимо просек, мимо пней, шел по лесу 8 дней. Он ты точно его не вызывал? Нет. В эту ночь под Новый год он ребятам их снесет. Все. Умничка! Ну что, теперь подарочки получать будем? Да! Иди ко мне, Машенька. Так. Закончились подарки. Ну, ты довольна? Ага. Ну, и мне пора. С Новым годом, с новым счастьем. Нет, ну это чудеса какие-то. Он даже денег не взял. Вот и не верь после этого в волшебство. Слушай, а может он... И вправду это...
настоящий Дед Мороз. Мам, пап, мне идет? Очень здорово, дочь. Во! Класс! Да не расстраивайтесь вы. Вам я заказала этот, как его, домашний кинотеатр. Только принесет его Снегурка. Папа, забери свою кредитку. Ты Дед Мороз? А кто же Елопочка? Надо поговорить по секрету. Ну пойдем. Что ж, рассказывай. Дедушка, а ты подарки даришь только хорошим детям? А вот что, плохие есть? Есть! Ты Генке Назарову подарки не давай. Он снег ел. Снег? А я ему сразу сказала, что снег невкусный. Значит, ты тоже ела? Нет, я только попробовала. О. Ну, это совсем другое дело. С нами Новый год встречать. Дед Мороз! Иду, иду! Конечно, другое. И Кольке Сачкову не давай. Он руки и ноги к угле открутил. А я ему сразу сказала, что там пусто. И назад не прикрутишь. А он все равно. А ты откуда знаешь, что там пусто, а? Тоже откручивала? Нет, я только одну руку открутила, и все. А ты знаешь, что ябедничать нехорошо? Правильно, дедушка, нехорошо. Так что Светке Сидоровой тоже подарок не давай. Она сама про Генку и Кольку воспитательница нажаловалась. Вот она ябеда. Она? А я думал, ты. Дедушка, я не ябеда, я воспитательница, ничего не рассказывала. Я только Светке. Ну, тогда это другое дело. Конечно, другое дело. Ябедничать – это рассказывать взрослым, а я только ей. Ну так, а я взрослый или как? Взрослый. Вот, значит, ты что сейчас делаешь? Ябедничаешь. Дедушка, ну ты же волшебник. Ты и так все про всех знаешь. И я тебе не ябедничаю, я тебе просто напоминаю. И это, конечно... совсем другое дело. Давай подарок. Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз. Меня зовут Петя Иванов, мне 7 лет. Я целый год слушался маму и хорошо учился в школе. Пришли мне, пожалуйста, в подарок большую энциклопедию. Какой хороший мальчик! Ну что ж, Петя, будь по-твоему! Дорогой Дедушка Мороз, меня зовут Маша Перепелкина. Я очень тебя люблю. Ой. Я очень хочу, чтобы ты подарил мне на Новый год куклу Барби, а моему 5-летнему братику новую машинку.
премного благодарна. Хай, бородатый холодильник. Я Димон Морковкин. Ты клёвый чел. Сбаться мне что-нибудь кайфовое. Чтобы у меня крыша улетела. А? Я ничего не понял. Деда, чего тут непонятного? Мальчик просит подарить ему что-нибудь красивое. Так где же это написано? Деда, ты слишком отстал от жизни. Сейчас дети совсем другие. С ними нужно говорить на одном языке. Хай, пиплы! Хай! Вау! Ха! Йоу! В лесу родилась ёлочка, зелёная шиза. А даже зуба рухнула, поехала гриза. А! Вечеринку клёвая колбасица пришла, а! И много-много кайфа детишкам принесла. Оба-на! Оба-на! Доченька, доченька, доченька. Мамочка. Простите, здесь живет Димон Морковкин? Нет, здесь живет Маша Перепелкина, а Морковкины этажом выше. Упс. Деда, рвем когти. Опа. Что мы правильно делаем. Ну, конечно. Представляешь, как родители обрадуются. Придут, а у нас елка уже наряжена. Ой. Ну да, наверное. Ты чего, чего наверное? Да ты посмотри, как красиво получается. Очень красиво. Сказка. Ага. Обжору, буду вешать. Давай. А я быстрее, чем ты. Ну и что? Тебе какой больше нравится? А. Последняя игрушка. Давай. Красота. Ну да, рассказывай. С Новым годом! Каким Новым годом? Лето на дворе.
Тогда с наступающим. Чё тут осталось-то? Решила попросить, а ты что хочешь? Не мешай. Ну, хочешь, я за тебя попрошу? Ну, скажи, а то Дедушка Мороз придет. Слушай, Деда Мороза нет, поняла? Как это нет? А вот так, выдумки все это, сказки, отстань. А кто же тогда подарки под елку приносит? А это наш папа. Ночью под елку подарочки кладет, а сам говорит, что Дед Мороз принес. А ты, глупая, веришь? Не папа, а Дед Мороз, ты все врешь. Я вру? Ну хорошо, сама убедишься. Вот папа пойдет подарки раскладывать, дотронется до елки. Елка упадет, и мы услышим. И ты убедишься, что никакой это не Дед Мороз, а наш папа. Ну а все-таки какое у тебя желание? На Луну улететь! От тебя подальше! Ничего себе! Дедушка Мороз, ты не ушибся? Да ничего вроде. Я же говорила, что это Дед Мороз настоящий. Глупости все это. Дедов Морозов не существует. Вас папа вызвал. Да неправда, не может быть! Эх, Саша, все может быть. Ладно, это, Соня, подарок тебе. Дедушка Мороз, спасибо! Здоровья. А это, Саша, подарок тебе. Он вернется? Конечно, вернется. Когда поумнеет. Солнышко, пишу поздравления бабушке, дедушке, тете Маше, дяде Мите. А зачем так много? Скоро Новый год. Надо всех поздравить, никого не забыть. А я? А про меня они забудут? Ну что ты? Ну ты же сама Деду Морозу письмо написала. А вдруг мое письмо до него не дошло? Солнышко, почта у нас работает хорошо. А Дед Мороз знает, что больше всех на свете я люблю кукольные домики? Знает, знает. А, мама, а Дед Мороз знает, в каком магазине продаются кукольные домики? Ты знаешь, я слышала, что у Деда Мороза есть специальный магазин,
где продаются все игрушки мира. А вдруг Деду Морозу не хватит денег на мою игрушку? Катя! Ну, он... Он тогда займет у Снегурочки. А он ничего не перепутает? Солнышко, столько вопросов, у меня уж голова кругом идет. Дед Мороз никогда ничего не путает. А вдруг Дед Мороз адрес перепутает? Что тогда? Я останусь без подарка. Зайка, ну не переживай ты так. Ну будет у тебя и кукольный домик, и кукла. Скорей бы. До Нового года еще 3 дня. Я так волнуюсь. А он ночью к нам придет. Ночью, ночью. И я буду спать? Будешь, будешь. Так кто же ему дверь откроет? Все будут спать, а ключа у Деда Мороза нет. Значит так. Ни слова больше. Придется ночью караулить. Да? Ну не расстраивайся. Ой, я же вспомнила! Дед Мороз уехал в отпуск за свой счет. А меня он попросил, чтобы я передала тебе подарок заранее, если ты не против. Конечно, не против! Еще как не против! Вот и хорошо! Мой кукольный домик! Держи. Спасибо, мамочка! Вот теперь не придется ночью граулить. Да. Алло, Танюх, ты молодец! Сработала! Мама сломалась на 13-м вопросе, а твоя? На 10-м? Круто! Здорово придумали! Ладно, приходи в гости, поиграем! Дедушка, что случилось? Ничего не случилось, девочка. Иди себе с Богом. Но правда, что с вами? Никто не верит в Деда Мороза. Никто. Дожили. Давай, говорят, подарки и уходи. А я есть. А они не верят. А я верю, дедушка. Не успокаивай меня, девочка. Иди. Я правда верю. Оставь меня в покое. Уходи. А вы стукните своим посохом разок. Да не буду я. Зачем? Ну, пожалуйста. Ну, ладно. На! Спасибо тебе, девочка. Не за что! Снегурочка! Я здесь, дедушка!
Ну где же ты бродишь, внученька? Я уже начал волноваться. У нас еще столько дел. Все успеем, дедушка.